чтобы фигуристы всегда выходили на лед, а валаны бадминтонистов взмывали ввысь на самых престижных соревнованиях, трудятся не только спортсмены и тренеры. За пределами ледовых катков и спортивных площадок работы не меньше. Янина Бердюгина трудится в спортивной школе Одинцова с момента ее основания. Вот уже 17 лет координирует весь тренировочный процесс. Тарификации, расписание, списки групп – это работа, значит, с методистами, это работа с тренерами. То есть, как у нас говорили, что это основная задача, допустим, инструктора-методиста – это научить тренеров работать. Подготовить не один десяток документов, совершить множество звонков и решить ряд важных вопросов, организовать безопасную перевозку детей, чтобы у каждого спортсмена была возможность проявить себя и свои способности на турнирах. И это далеко не все, что делает Янина Бердюгина. Однако про свои заслуги говорит всегда скромно. Признается, повезло с коллективом. Успехи от одного человека, они, наверное, зависеть не могут. Зависит от нашего коллектива. Значит, в общем-то, я должна сказать, что вот работаю уже 17 лет вот с директором, с Леонтием Владимиром Ивановичем. И вот костяк у нас коллектива, вот он уже существует и работает дружно эти 17 лет. По первому образованию учитель-предметник, преподавала в школе географию и биологию. Однако с мужем военным пришлось объездить множество городов. Получила образование психолога и даже работала в интернате для престарелых. А когда обжились в Одинцовском округе, судьба сама подсказала, куда надо идти. Когда в жизнь вошел спорт, заканчивала различные курсы повышения квалификации, переподготовки по спортивной подготовке. То есть сейчас у меня уже профильное образование спортивное. Успехами своих подопечных гордится. Вырастили даже чемпионов Европы по бадминтону. Все мечты у Янины Бердюгиной связаны только со школой. Главное для нее, чтобы спортивные мечты детей и тренеров сбывались. Татьяна Верняковская, Олег Мещерский, телекомпания «Одинцова».